Свои соболезнования в связи с безвременной кончиной Алексея Ивановича Хлыстова выразили председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников, генеральный директор Павел Шиляев, члены Совета директоров, члены правления и исполнительной дирекции ПАО ММК. С прискорбием узнали об огромном горе. Не стало Алексея Ивановича Хлыстова. Безвременно ушел из жизни замечательный человек, выдающийся профессионал, муж и отец. Наш коллега и друг, который на протяжении долгих лет отдавал все свои силы и знания развитию Магнитогорского металлургического комбината. Выражаем родным и близким глубочайшие соболезнования в связи с уходом из жизни Алексея Ивановича. Просим принять самые искренние слова поддержки и сочувствия.